Одним из ключевых событий уходящего года стало открытие нового корпуса детского сада номер 18 «Росинка» и комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Королевский» на месте Фрязинского дома ребенка. В нашем городском округе социальная политика приоритетная. Администрации удалось найти лучшее решение и сохранить все направления деятельности реорганизованного учреждения, которые так важны для многих семей, как Щелково, так и Фрязино. Сегодня в новом филиале нашей «Росинки» 145 детей, которые нуждаются в особенном внимании, не меньше, чем в дошкольном образовании и реабилитации. Глава городского округа Андрей Булгаков приехал поздравить малышей и передать заветные подарки. А с их родителями поговорили о главном – успехах в работе учреждения. В этом году оно стало победителем всероссийского конкурса «Передовой детский сад 2023. Взгляд в будущее. Воспитание, обучение, наставничество». Это не просто награда. Коллектив действительно любит свое дело и вкладывает в него душу. Родители рассказали, что результат очень виден, в первую очередь по прогрессу малышей. А что может быть важнее?